Магазин СККС представляем аппарат, который называется E95P. Предыдущая версия этого аппарата была E91, и она отличалась некоторыми элементами. Вот сейчас расскажу, что изменили и почему изменили. Итак, в принципе, по дизайну комплектации особо ничего не изменилось. Главное изменение в самой структуре изготовления прибора, а также было изменено. Установлена новая операционная система и количество оперативной памяти. Сам аппарат вот такой. Вы уже ранее видели, сейчас достану и покажу. Это навигатор, который складывается, сам складывается. И его можно использовать по-разному. Сразу стоит предупреждение здесь, не вскрывайте его руками насильно, да, нельзя делать, здесь моторчик можно очень легко сломать. Здесь сверху появилась у нас разъемы все те же старые, поддержка камеры штырьковой, разъем под сим-карту и под карту памяти, GPS, ну и обычное питание. Но особенность этой модели то, что сейчас в комплекте с ней идет вот такое устройство, это камера. И вот такой вот хаб для подключения, который подключается в разъем предохранителей на плюс и минус и просто на мини-USB разъем. Зачем это сделано? Была выкинута батарея. Батарея из данного устройства. Теперь здесь батареи нет. И это плюс, потому что именно из-за батареи были проблемы с контроллером, были проблемы, связанные с тем, что батарея вздувалась и нужно было менять, поэтому они решили его просто убрать. Да и перевозки это проще. Сейчас подключим просто на питание, посмотрим, как там оно что запускается. Вот открывается устройство. И нужно запустить второй кнопочкой питания устройства. Кстати, мощность должна хватать по амперажу, берет 0,7 ампер, подает с моего прибора, показывает 0,6-0,7 ампер по питанию. Здесь немножко больше, 12 вольт, это адаптер, который переделывает. Пришлось поменять кабель, потому что нужен был кабель и с дополнительным питанием и поставить на более мощный зарядку, чтобы его подключить без этого прибора. То есть не так просто все это сделать. Но видите, нужно все-таки 2,5 ампера. Ну, как видим, здесь у нас есть навигация. Можно подключить камеру заднего вида. Так, спать не будем. Ну, явно питания от обычной розетки не хватает. Ну, изменился дизайн. Есть у нас навигация. Установлен Navitel. Можно выбрать разные страны. Камера, музыка. Он стал намного живее и быстрее, что в принципе очень сильно радует. Но все-таки 2 гига оперативной памяти. Это уже хорошо. Android 8.1. Можно выставить правильное время. Для этого нужно выбрать часовой пояс. Плюс 3 это для моей страны. Так, плюс 3.
появился паркинг-монитор. Совсем другое меню. Bluetooth. Ну вот основное, что было изменено в этой модели. В принципе, самое главное, принципиальное. Есть 2 гига оперативки и подключение напрямую к аккумулятору автомобиля. Нет встроенного аккумулятора. Это правильное решение. И данный прибор, естественно, прослужит намного больше. Его можно устанавливать и пользоваться им. Но помните, что часто складывать, во-первых, это нельзя. Можно сломать механизм. И также вы должны помнить о том, что открывать его вручную, когда он разряжен, тоже нельзя. Легко сломать механизм самого открывания. Ну вот, вот такое вот устройство. К сожалению, оно не такое уж дешевое. Но в принципе, как альтернатива, может подойти вам в использовании. Называется эта модель Jansum E95P. Обновленная версия, новая. Спасибо, что посмотрели. До свидания.